Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. 68-летней актрисе Светлане Крючковой довелось сниматься у самых выдающихся отечественных режиссеров. Ее высоко ценили Никита Михалков, Эльдар Рязанов и другие мэтры российской кинематографии. Творческую жизнь актрисы можно назвать очень удачной. А вот в личной жизни Светланы Николаевны не всегда все складывалось гладко. Недавно актриса мужественно сражалась с онкологическим диагнозом и пережила целых 10 операций. И вот сейчас стало известно, что она рассталась со своим мужем, художником-декоратором Александром Молодцовым, с которым прожила в браке более 28 лет. Близкие друзья Светланы сообщили, что супруг актрисы уже живет в отдельной квартире, причем жилплощадь для него приобрела Крючкова на собственные деньги. По словам инсайдера, только таким образом актриса смогла избавиться от мужа. Говорят, Молодцов уже обзавелся молодой возлюбленной. Надо отметить, что теперь уже бывший супруг моложе Светланы Николаевны на 12 лет. А как вы считаете, правильно ли сделала Светлана, что купила ему квартиру, лишь бы он ушел? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!